Главные сердца, величайший тренер Петр, CEO нашей всемирной ассоциации самых осознанных лидеров. Друзья, как будто первый раз я не ожидал, что я возглавлю сегодня рейтинг победителей. И, конечно, ожидал, да, друзья? Ну, конечно, все великое уже произошло. С одной стороны, не ожидал, с другой стороны, все ожидаемо. Когда вы раскрываете свое сердце навстречу, да, счастью других людей. С 1 сентября я принял решение действительно за 150 дней выйти на чеки 100 тысяч долларов, потому что это важно. Но самая моя задача была больше, чтобы в моей команде появилось как минимум 10 чеков с отметкой 100 тысяч долларов и выше. Поэтому я растворился в команде и на сегодняшний день испытываю такое чувство, как Сергей Павлович Королев, потому что он запускал ракеты в космос. Здесь включаются люди, они заряжаются этой энергией и начинают проводить свои суперджампы, что очень круто, да, друзья? И, конечно же, у нас есть очень большая стратегия выхода на международное, на мировое пространство. Поэтому я хочу, чтобы каждый лидер передал от сердца к сердцу, каждому своему первой линии, каждому своему лидеру в команде, что именно это и есть счастье, когда ты распространяешь эту методику, которая помогает укреплять ментально-психологическое здоровье человека. Только так, друзья, и не иначе, запускается одна за другой ракеты в космос, запускаются на мировое пространство. И для меня большая честь, что я научился видеть, да, и вижу, что эти люди, которые сейчас сделали апгрейды, которые сейчас запускают свои команды, они в тысячу раз круче меня проводят суперджамп. То есть я тренер, а они чемпионы. Это моя принципиальная позиция. Каждый тренер в спорте мечтает об олимпийском чемпионе, о своем воспитаннике. Каждый интеллект-тренер, действующий интеллект-тренер, мечтает о чемпионах роста. И поэтому, друзья, скоро действительно они будут выступать на мировой арене. Ну, они уже и так выступают. Разиат, Мария Передери и многие-многие другие, Алма. То есть в нашей команде. Поэтому наша методика действительно растет по всем направлениям. Каждый день подключаются новые города, новые страны. И действительно, вот это важно, да. То есть то, что вы видите, да, передать это видение через свое сердце своему человеку, который доверился вам, который пришел за 100 долларов, обрел методику, потом приобрел лицензию, возможно, сразу мастера или сразу про, или сразу даже супера. Поэтому сегодня мой диалог, да, вот как помочь вам именно в тактическом плане. Во-первых, естественно, это супер лицензия. Если вы до сих пор не супер интеллект-тренер, то у вас уже должна быть ежедневная аудиомотивация, ежедневный аудиотренинг, где вы уже на ментальном уровне приобрели лицензию суперинтеллект-тренера. У кого такой аудиотренинг уже прописан, и кто прослушивает этот аудиотренинг ежедневно, тоже дайте лайки, сердечки, естественно. И когда вы уже это абсолютно точно знаете, что у вас это произойдет в течение... Ну, у нас очень много интеллект-тренеров супер, они прям рассказывают, да, что записали, кто-то 2 недели прослушал, и получилось. Кто-то не месяц, кто-то 1,5 месяца слушал ежедневно аудиотренинг более чем час в день, и у них получилось выполнить. То есть ничего не предвещало того, что они приобретут лицензию супера, не было никаких возможностей, было только большое желание. И когда они прослушивали аудиотренинг, все сложилось, да, они заработали деньги, они, у них, им пришли, им там возвратили определенные там моменты там финансовые, да, и они решили и выстроили такую логическую цепочку, и получилось приобрести суперлицензию. Вот суперлицензия начинается ваш большой бизнес, друзья, суперджамп, потому что вы уже чувствуете себя совладельцем, да, то есть именно соучредителем этой ассоциации, и более того, суперджамп дает такую возможность. До Superjump таких компаний не было, где ты приходишь в компанию как новичок, а тебе уже дают бразды правления, говорят, все, ты здесь равный среди равных. Поэтому, дорогие друзья, нужно нам, да, взрослым людям, заново научиться мыслить, заново научиться разговаривать, заново научиться ходить и дышать. Многие люди боятся оставить свое... какое-то, да, ну, свое прошлое. И действительно, вот у нас есть упражнение, особенно 5-е упражнение «Хозяин своих чувств», оно позволяет это сделать.
Как говорится, лучшее, да, хорошее враг лучшего. Человек боится выбрать лучшую жизнь, потому что у него и так тепленько все, шашлычок там все есть у него там устроено. Поэтому, дорогие друзья, кто решил, у кого есть большие амбиции выйти на международное пространство, важно, друзья, сделать этот решительный шаг. И, конечно же, друзья, чтобы это сделали ваши люди, ваша задача это проработать в себе самом. Потому что многие люди не хотят бросать какие-то старые привычки, старых друзей, которые у них вытягивают энергию ежедневно. У меня же с этим все отлично. То есть я научился, да, то есть если человек, как говорится, мягко выражаясь на французском, филонит, да, что-то начинает придумывать себе, сам себе отмазки, то, конечно, ты его оставляешь на какое-то время. Говоришь, хорошо, подумай. Значит, ты еще в жизни не настрадался. И вот сейчас проходит водораздел, друзья, действительно, дифференциация, да, на действительно, ну, кто хочет остаться в серой реальности, много П, это его выбор, это его право, и я этот его выбор уважаю в любом случае, потому что хотя бы до стартовой лицензии я его довел, и он этому уже благодарен. Ну, а те люди, у кого есть сейчас амбиции, выйти на большое высокое проживание, выйти на всемирную славу, чтобы их именами называли проспекты, чтобы их имена, как сегодня мы слышим имя Чингисхан, Жанна-д'Арк, чтобы их имена еще чаще звучали, то я, как верный слуга, как проводник, да, я готов это делать, друзья. Вот и все. И я это не только говорю, но и показываю в личной проработке с каждым человеком, который пришел в мою команду. Так что, дорогие друзья, возлюбите своего ближнего, как себя самого. Действительно, пусть действительно этот человек распахнется, ведь он достоин этого. Если он заплатил за свое счастье $100 и выше, да, в вашу команду зашел, значит, этот человек достоин, значит, он вас понял и услышал, значит, это ваш человек. Поэтому, дорогие друзья, чтобы узнать, кто ваш человек, начните проводить суперджамп. Один за другим начинаются люди. Некоторые у нас есть в команде человек, вот, да, он тоже здесь, он присутствует. Вижу тебя, Арман, родное сердце. Очень много месяцев он очень долго думал, начинать ему проводить суперджамп или нет. Но когда вот пару дней назад он начал свою первую тренировку, он на следующий день уже получил столько благодарности от своих первых учеников, что он сейчас говорит, я буду набирать еще две группы. Это очень круто, друзья. Поэтому знайте, что именно с этого, то есть первая зарплата интеллект-тренера – это результаты и благодарность людей. Это первая зарплата. А уже материальная часть – это второстепенная. Как бы, да, парадоксально это ни казалось, чтобы быть богаче в материальном плане, нужно отпустить эту ситуацию, не гнаться за длинным рублем или долларом или тенге. Нужно действительно пытаться стать значимее, пытаться свою пользу привнести в общество. Друзья, в общем, вы все лучше меня знаете, потому что здесь собрались самые величайшие среди величайших, самые крутые лидеры планетарного масштаба. Поэтому осталось 2 дня, друзья, чтобы сделать апгрейд. А если вы уже мастер интеллект-тренеры, то позвольте, чтобы в вашей команде родились новые мастера. Всем вам желаю космического роста, еще больше энергии, еще больше харизмы, лидерства. И возвращаю этот микрофон любви, с любовью и благодарностью действительно моему самому крутому лидеру, самому крутому тренеру среди всех. Ну, конечно, Роберт Ра, Владимир Довгин, большая благодарность. И наш король SEO Всемирной ассоциации, самый надежный, самый крутой лидер Петр Силкин. Возвращаю вам микрофон.